Примером успешного развития социалистической экономической интеграции является объединение «Хлор-Винил» в Ивано-Франковской области. В объединение входит комплекс по производству винил-хлорида, основы для производства пластмасс. Сырье для этого ценного продукта – этилен – поступает сюда из Венгерской Народной Республики по этиленопроводу протяженностью 300 километров. Старший аппаратчик Владислав Александрович Киселев участвовал в сооружении этого комплекса. За доблестный труд он награжден орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени и Венгерским орденом мира и дружбы. Продукция объединения поставляется во все страны социалистического содружества.